Вот тут девятиэтажное здание на 19 микрорайоне. И за ней начинается степь, ее ты не назовешь. Там сопка достаточно высокая. В России даже бы это назвали бы горой. Называем это сопкой, горочком. Вот окраинная часть 19 микрорайона. Иду вдоль девятиэтажного дома. Справа у меня какое-то сооружение. Все такое. Наверное, оконный проем был. Шланг блок выложены. Что это? Понятно.